Юлии Высоцкой пришлось перекроить свой рацион из-за неожиданных перемен. Звезда решилась на невероятную откровенность с поклонниками в своем телеграм-канале. 49-летняя актриса наслушалась советов врачей о пользе большого количества фруктов и овощей. Поговаривают, в день надо съедать не менее 400 граммов. Однако этот финт пошел Высоцкой только во вред. Объедаясь яблоками и зеленым салатом, артистка поняла, что ее живот превращается в шарик. Грубая пища губительно сказалась на желудке селебрити. Больше она на подобные эксперименты не пойдет. Моя подруга может съесть пару килограммов яблок в течение дня, а если я вдруг съем даже больше одного, то буду ходить после этого несколько дней, как на приличном таком сроке беременности, негодует жена Андрея Кончаловского.